Муромские коммунальные службы вышли на подрезку деревьев. Предприятие благоустройства уже сформировало кроны деревьев на улицах Стахановская и Калинина. Сегодня поросль удаляют на улице Кожевники. Проезжую часть здесь отремонтировали в прошлом году. Но буйная растительность осложняет движение на и без того узкой дороге. Сейчас мы приступили к формовочную подрезку и валку аварийных, сухих деревьев, сорных деревьев на улице Кожевники. Улица была асфальтирована в прошлом году, поэтому требуется сейчас, проезд здесь стал сильнее, и поэтому требуется убрать аварийные деревья, очень сильно наклоненные, это 45 градусов, и в любой момент при сильном ветре они могут упасть на машины и на дороге. Поэтому сейчас мы пройдем, подрежем и уберем все за собой все эти порубочные остатки. Всего в округе Муром более 250 улиц, на которых производится обрезка. Сейчас коммунальные службы начинают формировать кроны деревьев, подрезанные около 5 лет назад. За эти годы они успели изрядно разрастись.